Окей, на майке Oshark, всем пис. Сегодня мы будем наблюдать бой Кубка СНГ 1 на 1. Правила турнира таковы: не выбирать одного и того же героя, не выбирать одну и ту же карту, чьи в бане и некоторые карты тоже в бане. Поехали! Итак, сегодня мы здесь собрались, чтобы увидеть красивые игры. И нам подвезут такие мои братья и сестры. Ведь у нас в паре мистер The Real Legend, многократный призер-победитель турниров Mushroom Wars, звезда российского и международного мира грибов. И это фокус с космическим рейтом 12900. Его оппонент – молодое дарование, участник элитного клуба грибных генералов Великий Бунда с рейтом 8000 и винрейтом 51%. И вы знаете, что сейчас будет происходить? Карта Duplex 3. Наши оппоненты нажимают ОК. И мы будем смотреть за выбором героев. Мистер Фокус выбирает одного из самых мощных героев. Это Дора. Его оппонент делает ставку на Стеллу и, мне кажется, на ее третью обилку и ульту. Что же, мы сейчас увидим, чей выбор был вернее. Карта Duplex 3. Мы побежали. Наши оппоненты выходят из домов. Смотрите, Великий Будда сразу же рашит кузницу. Это может быть опрометчиво, но вряд ли Фокус ожидает такого от своего соперника. Тем временем, мистер The Real Legend также строит кузницу и атакует кузницу оппонента. И Великий Будда ее удерживает, потому что атака и защита у него выше. Тем временем Фокус забирает вторую кузницу. И идет в атаку на пятерку. Тем временем с правой стороны Фокус что-то придумал. Мне кажется, это либо десятка, либо кузница. Первая вилка от Фокуса немножко рано. И его юниты идут в кузницу, забегают и забирают ее. Мистер Великий Будда не может ее отбить, но идет снизу на кузницу, третья обилка от Стеллы, и забирает кузницу себе, подгоняет туда еще юнитов и атакует синее здание. Но, я так понимаю, безрезультатно. Да, у Фокуса уже одна звезда морали. Тем временем с верхней стороны карты Фокус забирает здание оппонента и идет в атаку на кузницу и пробивает ее. С нижней стороны карты идет атака Фокуса, мне кажется, это будет кузница. Сейчас посмотрим. Да, это точно кузница и прекрасная ульта от Великий Будда, и кузница остается за ним. Фокусу это не нравится, он подгоняет юнитов в свое здание, потому что там было минимальное количество. И очень плотная змейка заходит в кузницу, и тут же атака, наверное, на башню. Очень плотно башня за Фокусом, и плюс еще одно здание забирает синий игрок. Массированная атака на башню, башня за Фокусом. Тут полная доминация с нижней стороны карты за мистером The Real Legend. С верхней стороны карты идет атака Великого Будды. Мне кажется, это будет кузница. И нет, это башня, третья обилка от Фокуса, это курочки. Башню оппонент не забирает. И оппонент сдается, он понимает, что ничего больше сделать не может. 1-0 в пользу Фокуса. Посмотрим, что будет дальше. И тут же нас подвозят к следующему матчу. Посмотрим, что за карту выбрал Великий Будда, ведь он проиграл. Это карта Duplex 6. Мне кажется, он очень зря выбрал эту карту. Он в этом случае ошибился, потому что Фокус крайне силен на этой карте. Тем временем Великий Будда выбирает Кеннера. Посмотрим. Фокус выбирает Трини. Я ощущаю, что Фокус будет использовать вторую обилку Трини. Это улей. Прямо из центральной кузницы он будет дамажить своего оппонента летающими юнитами. Посмотрим, так ли это будет или нет. На что Кеннер может ответить своей первой обилкой, превратить здание в башню и вытащить такую атаку. Тем временем юниты уже побежали, у нас стандартное развитие. Никто не строит изначально кузницу, значит, наши оппоненты будут улучшать здание до третьего уровня.
Посмотрим, кто же первый выйдет в башне. Фокус уже сделал свой ход. Также великий Будда выходит в башне. Фокус ее первый забирает. Будет ли он забирать центральную кузницу? Слишком много юнитов в башне, уже змейка не пойдет. Фокус это также понимает. И вот пошла змейка. Кузница за зеленым игроком. Великий Будда уходит наверх в надежде забрать кузницу сверху. Забирает здание 4 уровня. И надо срочно идти на кузницу, потому что мистер The Real Legend также выходит наверх. Обратите внимание, насколько же плотная змейка пошла у фокуса. Кузница за великим Буддой. И тут прекрасная третья обилка от фокуса. Кольцо холода. Он идет на кузницу. Первая обилка от великий Будда. Первая обилка от фокуса. И кузница по итогам за фокусом. 29 юнитов. Прекрасно. Он идет в атаку на башню. Башню пробивает. Башня также за фокусом. 2 звезды с половиной морали. Такое пробить очень сложно, учитывая, что у фокуса 2 кузницы. И тут я слышу 4-ю обилку от великий Будда. Это башня. Опрометчиво потрачена ульта Кеннера, потому что в башне было всего лишь 20 юнитов, но это нам с вами видно. А тем временем фокус строит 3-ю кузницу, идет массированная атака на здание великого Будды. Куда же это будет? Обратите внимание, сзади фокус подводит юнитов в башню, чтобы не оставлять ее пустой. Рыжий игрок выводит своих юнитов на кузницу фокусом, но того спасает своевременно пущенная ульта Трини. 4-я способность под названием Торнадо. Она съедает всех юнитов оппонента. И у нас полная доминация от зеленого игрока в центре карты. Я так понимаю, счет у нас 2-0 в пользу фокуса. Да, его противник сдается. И мне нравится смотреть, как бегают наши оппоненты. Мне нравится наблюдать за их тактикой. Несите сюда 3-й матч прямо сейчас. И что у нас выбрал великий Будда? Великий Будда выбирает дюплекс 8. И опять у меня есть ощущение совершенной ошибки. Мистер Фокус очень силен и на этой карте. Я вообще не знаю карт, на которых не был бы силен мистер Фокус. Но как и в первом матче, великий Будда потрепал нервы великому Фокусу, так и в этом матче я надеюсь, что он покажет все, на что он способен, и заставит нервничать своего оппонента. Пока мы с вами общались, великий Будда выбрал Пахома, Фокус же выбрал Стеллу. Наши оппоненты нажимают ОК, и мы перемещаемся на карту Дюплекс 8. Лучшее развитие на этой карте. И я тебе его сейчас расскажу, мой друг. Ты должен забрать 2 здания 3-го уровня и 1 здание 4-го уровня. Также можешь мимо проходя захватить 5-ку. И дальше ты идешь всеми на башню. Ты должен забрать башню и построить там кузницу. И начинать рашить своего оппонента. Что, собственно, мы и наблюдаем от фокуса. Фокус строит кузницу и удерживает свое здание, которое не смог забрать мистер Великий Будда, потому что у него нету кузницы. И сейчас мы наблюдали с вами прекрасный пример использования 2-й обилки от Пахома. Он полностью восстановил свое здание, при том, что, обратите внимание, фокус успел его забрать. Тем временем фокус забирает башню Великого Будды и хочет себе забрать здание по центру карты зеркально от Великого Будды. Но оппонент не растерялся и атакует здание фокуса, откуда он только что вышел, на что фокус отвечает массированной атакой по этому же зданию и забирает. Также он забирает центральную кузницу и идет разбирать оппонента, но 3-я обилка от Пахома очень своевременно применена. 3-я обилка также от фокуса, он забирает здание, и оппонент сдается, это 3-0. Я поздравляю, и вы все тоже поздравляете мистера The Real Legend с проходом в следующий тур турнира СНГ 1 на 1. Всем пока!